На встречу с журналистами были вынесены именно те проблемы, с которыми люди чаще всего приходят в общественные приемные местных отделений партии «Единая Россия». Значительная часть вопросов, заданных на пресс-конференции, касалась вывоза мусора. В их решении сегодня опираются на мнение жителей. Например, при выборе мест для контейнерных площадок. Изначально все начиналось тяжело, да, там, но сегодня мы видим статистику, мы видим то, что действительно люди хотят разделять, они это видят, они видят, как это происходит. Вот. Мало того, соответственно, значит, кроме же, естественно, контейнерных площадок, контейнеров и мусоровозов, да, ну, возящей техники, вот, мы организовываем, чтобы люди видели и знали, как вообще потом в дальнейшем перерабатываются эти отходы. Благодаря инициативе «Единой России» партийный проект «Городская среда» перерос в федеральный проект «Комфортная городская среда». Сегодня реализуется комплекс мероприятий в рамках этой программы на территории всей Московской области. Каждый год благоустраивается не менее 10% дорог территории по поручению нашего губернатора Андрея Ильича Воробьева. И в этом году, хотелось бы отметить, 1360 дворов еще будут приведены в порядок. В прошлые годы с 15 по 18 6201 двор уже приведены в порядок. Это 47%. Но, как мы все знаем, чем мы больше делаем, чем мы больше благоустраиваем территории и вкладываем большие бюджетные деньги, тем больше возникает потребность в их содержании. Партийная команда «Единой России» последовательно работает на улучшение качества жизни в Московской области. Одно из предлагаемых направлений – использование ресурсов партии для развития отстающих или просто запущенных территорий подмосковных городов. Фракции «Единой России» должны говорить, ну, может быть, да, скорее всего, то есть, скорее всего, ходатайствовать о дополнительном выделении денежных средств в бюджете своих городских округов именно на те территории, которые запущены. Вот, потому что тут, на мой взгляд, нельзя финансировать управляющие компании. Это связано с выделением денежных средств, и тогда придется играть конкурсы. А есть МБУшки или в тех городских округах, в которых нет муниципальных бюджетных учреждений, такое может быть, да, создать их и наполнять дополнительными денежными средствами. А мы, управдома, конечно, подключимся к мониторингу, мы всегда это делаем. Пресс-конференция, организованная Московским областным отделением партии «Единая Россия», помогла получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с жилищно-коммунальной отраслью региона.